Привет, мой дорогой друг, и я рад вновь тебя поприветствовать на очередной распаковке неведомой хрени с сайта AliExpress. И это действительно неведомая хрень, ты же сам увидел на прививке, что это такое, что за хрень. Вот именно такие же эмоции, именно такой же вопрос у меня был на лице, когда мне прислал один из моих подписчиков вот эту предложку. Давайте смотреть, что сегодня подкатило. Коробка какая-то странная, такое ощущение, что ее феном нагревали. Как меня бесит этот звук, когда по пенопласту ножом керамическим режут. Вот такие вот, да, наушники. Наушники, увеличенные в 500 раз, да. Это AirPods от Apple, увеличенные в 500 раз. Это наушники, как его можно, великана назвать или кого угодно. Давайте смотреть. Ну, на самом деле, вы понимаете, что это не наушники, это, скорее всего, колонки. Ну, давайте смотреть, мне самому любопытно, что это вообще такое. Выглядит смешно, интересно, да. Антуражно, я бы сказал. Простите, что? Какой звук, а только херни уже Китай не придумывает. Но я думал, что здесь придут тупо наушники, как колонки, сделанные под наушники, и все, здесь еще там модуль под, сделанный под AirPods. И в этом модуле у нас имеется вход, нет, это вход, да, это input, вход для, значит, передачи, походу, через джек из ноутбука, откуда вы будете слушать вот через эти наушники, регулировка громкости, индикация включения-выключения и подпитка. Вот этим кабелем можно подпитывать через USB, ну, через Powerbank, либо через любую другую зарядку. И в комплекте имеется AUX-проводок, куда мы будем подключать все это дело. Ладно, давайте смотреть. А, о, так она еще, эта хрень, может и не питаться от сети. Может работать от 4 мизинчиковых батареек типа 3АА. Ну, 3АА, да, 3А, знаете, да? То есть, пальчиковая батарейка у нас, она А, а мизинчиковая, А. Так, скоммутировали мы, значит, ну, симитировали то, что мы подключили к сети, но к пауэрбэнку тоже можно. Подключаем, подключили сюда наш смартфон и вот наши наушники-колонки. Ну, давайте включать, давайте слушать. Басов здесь не наблюдается вообще. Они, если и есть, то очень маленькие. Слушаем. Чё, блин? Ай, блин. Короче, ну как, у меня следующее мнение по поводу этих наушников, колонок. Значит, первое, что мне не нравится, это здесь куча проводов. Вы посмотрите, сколько проводов вот к этой хрени все идет. И вот у вас, во-первых, два провода к вашим наушникам, колонкам. Далее к самому устройству, откуда вся музыка будет идти. Потому что здесь нету возможности воткнуть какую-нибудь флешку или тому подобное. И еще и провод питания в Powerbank, либо в сеть. Ну, то есть тут уже 4 провода, и это как-то немного напрягает. Может, я просто привык к тому, что я использую постоянно Bluetooth колонки, которые просто зарядил, и потом не мучаюсь. 20-15 часов ты можешь вообще даже не напрягаясь просто нон-стопом слушать музон, то вот здесь это дело, ну, как-то, не знаю, мне это напрягает, вот это вот все, как будто я в какой-то, блин, не знаю, где там эти кабели много, все, в кабельной, да, в кабельной? Блин. Я не могу, это на самом деле смешно и нелепо выглядит, но... Не, вот как антуражик положить куда-нибудь и вот как бы удивить своих друзей. Смотрите, у меня есть наушники типа колонки, но на столе все это дело будет вот в проводах. Что касается звучания, вообще ни о чем. То есть, ну вот, ну обычная колонка, как она там, вот это точно такое же вот звучание было у этой колонки. Сколько она там, 500 рублей, 400 стоило? Ну вот просто ради прикола, да, может быть, это цена такая. Но нет, я бы не стал бы отдавать деньги за это, только ради того, что вы хотите угарнуть, больше никак. Плюс еще вот эта нелепая хрень, блин, от которой все опять же провода торчат, ну как-то не знаю я, блин, не по мне все это, я уже привык к беспроводным каким-то колонкам, наушникам, и вот, ну вот такое количество проводов, как по мне, это, ну, ересь, это полный бред, ну как-то, ну не знаю, нет.
Оно имеет место быть, но, как мне кажется, что это все-таки китайская говнота. Хрень все это, и не стоит оно своих денег вообще. А что думаете вы по поводу данных наушников, данных колонок? Пишите в комментариях, мне будет очень интересно послушать ваше мнение. Послушать? Посмотреть ваше мнение, да, почитать, да. Все, пока. Нифига себе, это шайка какая. Наушники. Фига, наушники, какие большие. Ну, колонки, наушники, кот. Короче, наушники. Наушники, вот такие, огромные, великанские. Кот, великанские, для большого кота. Это хочу меньше, нет таких котов. Есть такой кот. Угу, покажи, нет таких котов. Есть кот, видишь, если такой, такой наушник, значит, есть такой большой кот. Фига, ты что, ты нравишься, нет? Ты нравишься? Что нормально, есть, значит, такой кот, если такие наушники придумали. Зачем тогда придумывали? Что ты дурак поверил мне там, понял? Я тебе дам дурак поверил. Да, ты поверил, что есть такие большие коты. Кот, это шутка. Шутка. Чего? А это, колонки это, кот. Офигеть, просто колонки. Просто колонки. Офигеть, это не надо. На, забирай. Не надо, Денька. На, забирай. Отстань, что ты перестань. На, на. Отстань, а ты меня дурак не станешь опять.